Привет, друзья! С вами Мила, и сегодня я хочу показать вам, как быстро сделать из коврика такого пластикового и литровой банки красоту своими руками. Итак, я беру обыкновенную литровую банку, коврик, который мы стелим на стол. Здесь у нас в центре цветочек. Я его выставляю так, чтобы он был примерно по центру, и чтобы вот эти края, они совпадали здесь в конце и в начале. Теперь я беру проволоку вот такую, зацепляю один конец таким образом, чтобы не было видно. То есть я вставляю вовнутрь и подгибаю кончик внутри. Теперь я беру и заматываю вокруг банки эту проволоку. Коврик хорошенько подтягиваем, чтобы он не болтался. И заматываю снизу и сверху. У меня получилось вот так. Теперь конец беру и здесь вот так подсовываю под эту проволоку и делаю петельку. У меня алюминиевая проволока где-то 8 миллиметров толщиной. Чтобы конец не было видно, я подталкиваю под коврик. Вот сюда вот заталкиваю вовнутрь. Теперь беру ножницы и обрезаю лишнее. Прям по краю, вот как я вижу. Чтобы не было видно дна, обрезаю все это лишнее. Ставлю банку, проверяю, чтобы она хорошо стояла. Теперь обрезаю все лишнее сверху, таким же образом, чтобы не было видно края банки. Прям вот так, где-то 2 миллиметра выше края. У нас получается простейшее красивое украшение. Особенно будет с электронной свечой смотреться хорошо. Но это еще не все. У меня вот такая гирлянда, которой я хочу отделать этот край, чтобы не было видно этих махрушек. Нагреваю пистолет с горячим клеем. Я обрезала и склеила немножко край, чтобы он не махрился. Сзади провожу линию клеем по коврику. Склеиваю два конца вот этих. И сверху накладываю блестящую мишуру так, чтобы она у меня выглядывала где-то на 3 миллиметра. И приклеиваю до конца. Дохожу до конца. Здесь обрезаю. Промазываю также клеем, чтобы это все не махрилось. Когда клей немножко остынет, склеиваю все вместе. Теперь приклеиваю два конца вместе. Накладываю и подержу, чтобы приклеилось. Ставлю мою баночку. Смотрю, чтобы было все ровненько и красиво. Теперь я беру камешки. Можно взять соль. Насыпаю вовнутрь. Это для того, чтобы они сверкали. И для того, чтобы свеча стояла ровно, ставлю свечу и зажигаю. Ночью очень красиво смотрится, дешево и сердито, как говорится. Если вам нравится, делайте такой подсвечник. Посмотрите, какой он нарядный. Всего лишь коврик, мишура, можно приклеить мех. И проволока. Если у вас нет проволоки, можно склеить концы сзади на банке горячим клеем. Ну а кого интересует вот эта лысая елочка, которую мы делали в предыдущем видео, о которой долго-долго просили мои подписчики, пожалуйста, посмотрите. Так вот она выглядит. И остальные тоже. Они все разные и очень красивые. А вот так вот смотрится свеча, которую мы сделали с вами сегодня. Можно вовнутрь поставить электронную свечку. Но так как это стеклянная банка, то ничего ей не будет, потому что там настоящая свеча. Красиво, уютно, блестит. Особенно красиво будет смотреться ночью. Итак, с вами была опять Мила со своей идеей. Если нравится делать такие свечи, я буду очень рада, что смогла вам дать совет. Всем пока-пока. Храните себя и своих близких. Здоровья вам и счастья. С вами была ваша Мила. Целую и люблю.